Алексей Яковенко, со слов Сергея Калугина. Ептыть – это вам не гадость, не грязь и не сквернословие. Ептыть восклицают в радости, как мудрое предисловие. Ептыть – и тоска оставлена, ептыть – и забыты горести. Ептыть – не канон, не правило, ептыть, говорят, по совести. Ептыть – это не случайное двух слогов взаимодействия. В нем ёпт, как желание тайное, и ыть, как готовность к действию.